Напомним, работы на школе приостанавливались из-за смены подрядчика, но сегодня возвращаются в нормальный режим. В здании уже началась внутренняя отделка помещений, и в ближайшее время начнут завозить мебель. Строители постараются сдать объект к началу учебного года. Кроме того, местные жители обратились с просьбой расширить тротуар вдоль школы, который сделали очень узким. Решение по этому вопросу также найдено. Разработаны варианты переноса ограждения школы. Об этом рассказал исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов в ходе недавнего посещения строительной площадки. На сегодняшний день количество рабочих на строительстве пристройки к школе на 275 мест в Медвежьих озерах увеличилось. При всем при этом у нас продвинулось финансирование. На сегодняшний день могу сказать, что через буквально 10-12 дней, наверное, мы начнем устанавливать, начиная с 4-го этажа, двери и собирать мебель. Мы на данный момент уже заканчиваем с инженерными всеми сетями, готовимся к покраске внутренних помещений. Полностью закуплено уже все оборудование.